В этом видео мы тайно пробрались в квартиру Дениса Кукаяки, чтобы кое-что стащить. Но это лучшее, что делали пацаны. В поисках украденного Денису придется пройти квест, который доведет его до слез. С тобой не разговариваю. У него глаза светятся! Он заплакал! Но сначала нам надо было втайне от Дениса пробраться в его квартиру. Для этого мы заманили его в ловушку. В экспедицию! Пока Денис пишет в пальто, нашел решение где-то... Мы попытаемся ограбить его. Это будет очень тяжело проникнуть в его квартиру с помощью нашего Лены и Артура. Артур наш классический шпион, в который раз. Который всегда палит контору. Надеюсь, в этот раз он ее не спалит. Да, но Лена тоже не должна ничего знать. У нас есть просто предлог. Не знаю, сработает он или нет, но мы сейчас выезжаем на такси и посмотрим, что из этого получится. А, Лен, мы что звоним? Мы сейчас возле ММА. Ничего не понимаю, пропадаешь, вообще звук просто рвется. Алло. Да, слышно. Мы возле ММА. Возле ММА? О, это вы мне предложение хотите сделать, типа купить что-то? Да, и мы поедем около вашего дома будем. Можем завести. А, короче, это магазин, где продается вино вкусное. И он очень далеко от дома Кукаяк. И это наш предлог к ним сейчас поехать. Типа мы тут покупаем, можем завести. Потому что Лена, как известно, любит вино. Так, у меня от Артура кружочек. Ребят, мы возле ММА, а потом поедем на GBR. Прямо возле вашего дома будем. Можем что-то купить и занести. Что-нибудь надо? Интернет говно, все планы рушит. Денис скоро вернется со студии домой. А нам надо к нему попасть домой, чтобы кое-что там оставить. Но вы дальше узнаете, это будет, о господи, превосходно. Все еще не спрашивайте, куда пропали брови в следующем видео. Там трэш. Если есть возможность, купите, пожалуйста, бутылочку или две. Или две Семенин Блан. Ой, я знаю, сейчас пришлю, что мне надо, сейчас пришлю. Короче, план работает. Мы погнали, возьмем пару бутылочек и поедем к Лене. Вписываем. Шаг первый. Артур отвлечет Лену. Мы хотим твоего папу разыграть. Поможешь? Нам нужно в его комнату. Проведешь меня? Шаг второй. Найти союзника. Шаг третий. Не привлекать внимания. Это его комната? Да. А... Здесь мама и папа. Вот так папа сказал. Эрик, ворвайся, выйди за меня замуж. А где папина полка? С какой он стороны спит? С этой стороны. Все, мы здесь ему кое-что оставим. Он когда придет, он должен это будет увидеть. Он когда придет, он тебе расскажет, что это хорошо? Так, я знаю. Ты знаешь, что там? Да. Что там? Там у вас видео. Да, оно очень смешное. И папе очень понравится. Дай подарок ему. Только Вась. Никому, никому. Хорошо? Это будет наш секрет? Я не знаю. Папа должен сам увидеть. Но ты можешь ему намекнуть. Знаешь как? Папа, а что там у тебя лежит? На кровати это твое? Ага. Давай, договорились. Кула... Как твое шпионское имя, чтобы не спалиться? Шпагатная женщина. Все, я буду шпагатный мужчина. А, ну ты все-таки повязан, да, с ними? Ты хочешь снимаешь теперь все? Андрей сказал, приди, поснимай. Смотрим. Вась, ты будешь с нами смотреть? Тут папе видео отправили. Денис Кукаяков, ты перешел нам дорогу. Вчера мы были в твоей квартире и кое-что присвоили себе. Один из твоих людей работает на нас. Он выступил посредником, чтобы урегулировать этот конфликт. Если ты хочешь вернуть то, что тебе дорого, слушай инструкцию. Завтра в 13:00 мы ждем тебя на координаты, которые ты видишь на экране. Не обращайся в полицию, это тоже будет.
срочно, у тебя время уже пикает. А, кстати, сколько время? 12, сейчас, за сколько время? Сейчас час уже. Да, срочно. Они... Что они хоть украли? Благо, ребенок тут, жена тут. Не знаю, что там дорогого украли, но я должна добежать. Я понятия не имею, что они взяли, честное слово. Может, они вообще ничего не взяли? Трусы твои, дорогие, да, которые Артур подарил с волком и привез? Я себя чувствую, как это... Просто меня тыкчите. Так, это значит, стоп. Это, ты знаешь, куда надо ехать? Они написали, едь с Артуром. Они сказали, там координаты. Там написано, я что, X4X3 написано какой-то. Фу, попробуй. Я с самого начала должен звонить. Ну, попробуй. Перемотай. Вот. Скрипфот картона. X8Q4 плюс XV4. Это, скорее всего, где-то здесь. Я не знаю точку. Просто я... это пустыня? Пустыня, это уже Оман какой-то, не знаю, что это. И... Но это вот эти координаты. И Андрей с Владом. Денег на такси, столько из аэропорта до дома. Вот, да, он выдает эту точку, Дубай. Утвердите, я не поеду туда. Утверждай, ты с ними подельник тоже. Утвердите. Я не подельник. Утвердите эту точку, я не поеду туда, я сервирую. Это невозможно, я не верю. Я сейчас знаю, мы сейчас будем ехать с Артуром, 1:40, мы приедем, ребят скажут, это пранк. Все, можете возвращаться обратно. Утвердите, пока вы не утвердите, я не поеду туда. В курсе? Да, я в курсе, я знаю, что они будут делать. Я вам скажу. Ну, потом, папа. Когда папа уйдет, да? Папа. Папе не рассказывай. Почему? Ну, это же секрет. А? Нет, нельзя им рассказывать. Пап. Что он не посмотрел наше обращение? Я не знаю. А сколько время? 13:23. Нам еще повезло, что солнца сильного нету. Оно спряталось за тучи. Мы бы здесь умерли уже от жары. Мы посреди пустыни. Мы вообще не знаем, приедет сюда Дэн или нет. А мы договорились здесь быть уже 25 минут назад. Блин, ну у нас же Артур засланный. Он должен его направить. А было когда-нибудь, чтобы Артур сделал все как надо? В прошлый раз он нас сдал с потрохами. Ладно, пока Денис едет, я думаю, мы можем рассказать подписчикам, что мы у него украли. В общем, мы не то чтобы украли, но 2 месяца назад мы лишили Дениса кое-чего важного в его жизни. И мы лишили его всего вот этого. Всего того, что мы делали вместе, когда улетели от него за несколько тысяч километров на Бали. Мы лишили его всего вот этого. Чего? Считаем, сколько мы сегодня выиграли. Пошел, Васька! Отвага и слабоумие. Put you if you will, that phone's burning. Rome's burning, and I'm sitting in the corner all alone burning. Why does it always end up like this? Something that we don't determine. Same people that I fought for, that I fight for, that I ride for, that I live for, that I die for. Be the reason that these niggas is alive for, and they want me dead. I'm sorry, but I just can't die for you. But I can make them put their hands in the sky for you. We wait for the fireworks like you fly for. Get fly more, get high more. Cry for, why for? When the grief is over, beef is over. I'll be fly when East is over. I try to teach niggas how to be kings, and all they ever wanted to be was soldiers. So when love is gone, to blood is drunk, 'cause we no longer wear the same uniform. Fuck you squares, the circle got smaller, the castle got bigger, the walls got taller. And truth be told, after all that said, niggas still got love for you. Раз, два, три. Ну, круто. Продолжаем. Два
года назад мы познакомились с Денисом на футболе. И с тех пор постоянно, просто невероятно проводили время. Постоянно что-то выдумывали, куда-то ездили, и наша жизнь полностью поменялась. Да, мы в шутку в нашем общем чате называли нашу тусовку Lock Squad. А потом даже создали канал, на котором вы смотрите это видео. И самое главная изначальная идея лог-сквада — это просто клево проводить время вместе, удивлять друг друга. Ну вот это все, за что вы нас полюбили и за что вы и Дэна полюбили. Но все это мы немножко растеряли, когда уехали от Дениса на Бали. Влог-сквад распался. И сегодня мы хотели сделать его сюрприз в стиле старого доброго влог-сквад. Эмоциональный, веселый, дружеский. Сюрприз, который войдет в золотую коллекцию лог-сквада. Вы 100% кайфанете, как и мы, кстати. И прежде чем мы вам и Денису покажем этот сюрприз, мы хотим рассказать вам, кто нам очень сильно помог с организацией. Тоже это Андрей. А я сейчас расскажу, Ладос. С 25 февраля по 4 марта Озон представляет купер-распродажу, покупать на которой не просто приятно, а супер-пупер приятно. Вас ждут скидки до 70% на популярные категории товаров, от одежды до электроники. Дай-ка я буду другую сторону идти. Давай. А с Озон картой распродажа станет еще выгоднее. Обожаю. Кстати, если что, цены при оплате Озон картой подсвечиваются зеленой плашкой. Вау! А если у вас еще нет карты, то знайте, это сделать очень просто и займет у вас всего пару кликов. А, давай я сделаю, подкину скейт и скажу. Подробности по ссылке в описании. Давай. Подробности по ссылке в описании. И огромное спасибо Озону, то, что нам помогли, ведь мы купили реквизит, который, ну, вот прям нам нужен был. Вы скоро узнаете, так хочется уже рассказать вам. Закинем маленькую затравочку, покажем вам, что мы заказывали на Озон. Может, кто-то догадается, какой сюрприз мы сделали Денису. Это невозможно догадаться никак вообще. Ну да. Но и Денис 100% не догадается и будет в полном шоке. Я все жду и не дождусь этого момента. Ну, это прям попадание в него, он это обожает. Так, ну я поехал на скейте отсюда. Давай, с горы давай. Одно непонятно. Денис вообще приедет, нет? Короче. Может, позвоним ему, или это испортит сюрприз? У тебя телефон взял, ты забыл? А у меня нет денег на телефоне. А как мы такси вызовем? Не приехал. Мы тебя ждали в пустыне. У меня есть оправдание. Знаете, что отличает большого ютубера от такого, как вы? Я снимал рекламу, я не мог приехать. Мы же там в пустыне в 13:00 тебя ждали. 13:00 ждали в пустыне меня? Ну, мы же координаты. Ты не смотрел, куда ехать? Сейчас, одну секундочку, подожди. Сейчас, одну секундочку. Дэна, выпусти погулять. Вынесите воды нам. Что у тебя под платьем? Грыжа. Мы так и будем разговаривать через последний день. Раз они так с нами общались, когда у нас температура была. Да ладно тебе. Я этой штукой почистил зубы, у меня два зуба вылезло. Я этим занимался, я не мог приехать. Дэн, мы хотим тебя кое-куда пригласить, но надо, чтобы ты поехал с нами и завязанными глазами. Прямо сейчас? Ну, уже темнеет. А может я досниму рекламу и мы поедем? Вы, да, мы вы понимаете, что такое? Вы просто не знаю, вы же еще маленькие ютуберы. Вы понимаете, что такое реклама? Интеграция рекламная. У нас в этом видео была интеграция. У Андрея там каловый мешок, что ли? Да.
Беремеш? Ты что, беремеш? Это у него это, на Бали вот эти личинку отложил, он там с какой-то муха какая-то. Дайте мне 10 минут, когда пишу чуть-чуть. Блины хотите? А чего вы переоделись? Чего планируете делать? Секрет. Мы сейчас с Владом немножко разделимся, а я тебя кое-куда повезу. Хорошо. Вызывай лифт? Да. Встречаемся. Не скажем, где пока. А так можешь какой-нибудь другой лифт вызвать? Так, вот. Нет. У вас дома есть какая-нибудь другая повязка? Блин, знаешь, я задумался? Где? С нами же Влад не едет. Да. Влад зачем-то остался с парнями на студии. Да. Я еще спросил, говорю, вы сейчас куда-нибудь пойдете ужинать, они так резко мне. Как будто что-то готовят. И Лена сегодня еще как-то странно про вечер говорила. И я подумал, а что, если вы с Владом придумали мега милый ход? И знаешь, что сделали? Забили какое-нибудь место и собрали туда всех, кого я уже не видел тысячу лет, ну, то есть пацанов. Хлеба, любимого, вас, мою семью. И решили отпраздновать мою прошедшую днюху. Было бы очень... Блин, мне теперь очень будет стыдно. Я склейка, я просто с этого зиплайна откуда-то лечу. Так, ну придумывай, как делим команды. Мы с тобой не разговариваем. У него глаза светятся. Он заплакал! Пацаны, вы такие уроды! Как нельзя, Андрей! Вы же уедете, а как я же буду вспоминать потом вообще. И плакать! Вспоминать, да, и плакать! И так тяжело было, вы еще туда не уезжайте. Фирменная разминка. Давайте попросим Артура разминку. Давайте, Артур! Все вокруг Артура, разминка! Сзади девушка. Нормально. Попой к человеку мог. Надо гол! Именно я должен сейчас с тобой быть, а не вот этот лом, что тебя ведет с собой за руку. Именно я рву на себе футболки, сердце мое оскол. Ух ты, сейчас будет пенальти. Ой, как больно! Я знала! Что именно я должен сейчас с тобой быть, а не вот этот лом, что тебя ведет с собой за руку. Слава богу, не в Андрея, я спас его. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! У меня два вопроса. Первый, почему стулья Артура здесь стоят? Второй, так, это был великолепный вечер, один из лучших в жизни. А вопрос, а что вы у меня украли?